Ці здольныя беларускія ўлады запакаваць усіх незадаволеных у турмы ды ізалятары. Абсурднае пытанне, але падобна на тое, што праваахоўнікі дзейнічаюць менавіта з такой мэтай. Пра цяперашні перыяд рэпрэсій мы будзем размаўляць сёння. Я Светлана Калинкина, а госця размовы праваабаронца, былы адвакат Тамара Сидоренко. Вітаю вас. Здравствуйте. Спадарня Тамара, мы зараз назіраем просто дзіўныя некія прыклады, калі арыштоўваюць чалавека, заводзяць крымінальную справу за тое, што ён там на нейкай улётцы там напісаў нешта непрыемнае для міліцыянтаў, і ў той жа час ніводнай крымінальнай справы няма ні па фактах забойстваў, ні па фактах калецтваў, ні па фактах нейкага абсалютнага беспраўя, бязмежжа з боку міліцыі. Што адбываецца? Отбывается правовой такой беспредел или правовая попытка с помощью права и помимо права закрутить гайки, резко, жестко, непропорционально реагировать на недовольство общества или на высказывание мыслей, на какие-то протесты. То есть мне кажется, что на данный момент вот такими глобальными воздействиями на большое количество людей и жесткими пытаются вернуть Беларусь в русло тихой и спокойной страны. Але для того, как так дзейнічаць, у праваахоўнікаў павінны быць нейкі карт-бланш. По-вашаму, як гэта увогуле адбываецца, хто гэтым усім кіруе? Совершенно с вами согласна. Я сама задавалась мыслью о том, касаясь событий 8-12 августа, когда потом, по свидетельствам людей, которых задержали, практически всех, и их задерживали и припровождали в разные РОВД, а потом в ЦИП на Окрестино, в разное время, в разные дни, вот в этом периоде. Но действия ОМОНа и действия всех других сотрудников милиции были идентичны. То есть, если не было конкретного приказа, то действия не могли быть таковыми. Поэтому я как-то даже уверена, что приказ такой был. Устный ли, письменный ли, кем отдан, трудно сказать. Я отслеживала прессу, как все мы сейчас читаем, интересуемся. Караев, министр МВД Юрий Караев, он сказал, что он никаких приказов не отдавал. Но вот эта слаженность действий и резкая реакция действительно на не столь серьезные поступки, проступки или даже преступления говорит о том, что был как общий приказ преследовать любое несогласие, любое выражение свободомыслия, так и первоначальный приказ жестко задавить недовольных людей, которые вышли на демонстрации. Вы сутыкались с такой ситуацией у 2010 году, когда был жесткий разгон площади, вы были адвокатом тогда кандидата в президенты Уладзіміра Някляева, его вытягнули з больницы, завезли ў изолятор, долго никто не ведал, где он, вы не могли до его пробиться. Вот у той ситуации, калі, скажем так, еще была репетиция таких массовых репрессий, вот тады кто кировал? Вы доведались потом, откуль и шли команды? Скажу честно, нет. Потому что... Никто же это не опубличивал, и никто нам в этом не признавался, ни тайно, ни явно. Просто мы видели, что кто-то высокий давал, потому что наши законные действия, наши законные просьбы, просто игнорировались. Ведь за это, если обращаться к закону, за это есть ответственность. И никто из должностных лиц, который сталкивался с нами, он не боялся этой ответственности. Значит, понятно, где-то шла реакция или приказы, или, так сказать, общие обоснования с достаточно высоких вершин. Теперь-то и шло до того, что арыштовывают и адвокатов, что, дякую Богу, с вами тады не здарылось. Да. Это про что сведчить? И какой повинна быть реакция адвокатской супольности хотя бы? Потому что я сама бывший адвокат, поэтому я хочу сказать в каких-то превосходных степенях. Это просто край, это аморально прежде всего и незаконно. Или, может быть, вначале сказать незаконно, а потом аморально. Незаконно, вот почему в деле Людмилы Казак, как я по тоже прессе сужу. Ведь... Я просто, кто не ведает наших глядачоў, нагадаю, что это адвокат Марии Колесниковой. Да, да. Вот. И по ее ситуации видно, что ее задерживали совершенно необоснованно. И это подтвердилось как бы в суде, потому что ее прекратили дело по реабилитирующим основаниям, административное дело, по участию в массовых каких-то мероприятиях. Так если не было с ее стороны нарушения, то и не было законного задержания. Но это я формально как бы о законе говорю. Но вы понимаете, почему надо использовать в отношении адвоката и многих других лиц вот эти крайние меры? Набежать. Я верю Людмиле Казак о том, что это были маски, люди в масках, люди, которых не опознать, потому что и свидетель был. Почему надо набежать, схватить и доставить в РОВД? Для чего? Для того, чтобы составить протокол. У нас что, уже не работают повестки? У нас что, уже нет других способов вызова людей в РОВД или в какие-то другие органы? Ведь речь не идет о преступлении, причем о серьезном каком-то преступлении. Речь идет об административном проступке, который еще надо доказать. Я прочла тоже, что, к счастью, я горда за своих коллег-адвокатов, потому что уже республиканская коллегия адвокатов инициировала обращение, я прочла в прессе тоже обращение в МВД, чтобы дали оценку действиям сотрудников милиции, которые задерживали Людмилу Казак. Але ці може это на нечто поуплывать? Ну, понимаете, может быть, в одном конкретном случае и нет. Но когда системно бороться, а ведь другого пути у нас нет, то, я думаю, сможет. Почему еще я так и не только думаю, но и какая-то у меня есть уверенность? Потому что процессы избиений, процессы пыток, избиений, насилия, которые начинались с момента задержания и продолжались уже после задержания, а это четко пытки и насилие над людьми, да, и они ничем не вызывались. Ведь они продолжались вот в такой массе, массовости только дня 3-4. Когда людям стали известны эти страшные факты, когда правозащитники стали обращаться в международные органы, ведь мы сейчас не являемся свидетелями того, что людей так жестоко в следственных изоляторах или в ИВС, или в ЦИПе на Окрестино, так жестоко с ними обращаются. То есть вот эта реакция, она, видимо, думаю, может быть, и испугала самих руководителей, которые руководили и давали приказ, но и остановила это насилие. Я могу вспомнить и тоже по исчезнувшим политикам, это дело 20-летней давности, когда вот эти внесудебные возможные казни были. Люди исчезли, и 20 лет не могут их найти. Речь идет о известных общественных деятелях, политических, там Виктор Гончар, генерал Захаренко, МВД бывший. Поэтому и... Когда стали возбуждать дела, когда общественность привлекла внимание и мировой общественности, когда наши правозащитники, возможно, и другие люди. Ведь посмотрите, это все прекратилось. Але зараз мы маем ситуацию, когда справы увогуле не заводятся. Вось больше зато есть тревожная информация, что тых, кто был наибольш покалечаны, тых, кто подавал заявы у следчий комитет, хапаюць, абвінавачваюць у тым, што яны былі актыўнымі удзельнікамі масавых закалотаў, і гэтыя людзі самі апынуліся пад крымінальнымі справамі, некаторыя і арыштаваныя. Тут нам толькі чакаць нейкага міжнароднага ўплыву ці заклік Александра Лукашэнкі: даруйце міліцыі, яны там занадта эмацыйнымі былі, ён поставить кропку в этих справах? Те есть некие термины давнины. Что будет? Как будут развиваться подеи, по-вашему? Да, меня очень насторожили выступления, официальные комментарии как Юрия Караева, министра МВД, так и Лукашенко, Александра Лукашенко. Значит, о чем идет речь? Действительно, делается акцент на то, что пострадали сотрудники милиции. Это очень ой-ой-ой. О том, что пострадали или пытки применялись к другим лицам, к участникам, речи не идет. И действительно такой призыв: давайте перевернем эту страницу, может быть, по крайней мере, на данный момент, нам некогда, мы тут заняты другими делами, нам сейчас стабильность нужна и прочее. Но необходимо помнить, что Беларусь является участником конвенции, что она подписала конвенцию против пыток, она имеет более длинное название, но так уже, конвенция против пыток. И определение пыток сейчас у нас имеется в статье 128 Уголовного кодекса. И пытки, это вот любое насилие над людьми, психическое, физическое, они не имеют срока давности. То есть ответственность за применение пыток должностными лицами государственных органов не имеет срока давности. Поэтому ответственность все-таки, награда героя найдет. Ну, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Что касается возбуждения и невозбуждения уголовных дел, да, это тревожный сигнал. Мы не ждем, ну, насколько я знаю, потому что правозащитники обращаются и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и вот я говорила, международные органы, вот обращения, сообщения с тем, чтобы привлечь внимание к этой ситуации. Единственное сейчас... такое слово сказать, отмазка у Следственного комитета, это вот спрятаться за закон о том, что закон предоставляет право до 3 месяцев проводить проверки. Сейчас нам известно, ну, мне, я знаю, в частности, случаи, ну, и думаю, что по всем, собственно, заявлениям официально потерпевшие получают ответы, что проверка там месяц прошел, ответ, значит, продлена еще на месяц. А то бог это не отмова. Это нет, просто... это как бы у нас так много работы, там еще много чего надо сделать и так далее. Но когда пройдет 3 месяца, то вот такой правовой отмазки уже быть просто не может. Решение надо будет выносить. Либо возбуждать, либо отказывать. Конечно, я скажу, как и юрист, и человек, о том, что такого рода дела не требуют столь длительной проверки. Но пока можно воспользоваться законом, вот этим законом в свою пользу Следственный комитет очень пользуется. Хотела бы, в свою очередь, тоже обратить внимание, что прокуратура, которая имеет право возбуждения уголовных дел и расследования, вообще ни одного дела не возбудила и участие в расследовании не принимает. Казалось бы, много дел, общество запрос, действительно тревожная ситуация, надо разобраться, там, почему так случилось, почему люди так серьезно пострадали, причем необоснованно. Почему бы не помочь, как говорится, Следственному комитету, потому что закон разрешает прокуратуре возбуждать уголовные дела. Ведь нет заявления, и более того, что... Ну, тоже как-то лично для меня такой тревожный звонок. Новый прокурор Андрей Швед, генеральный прокурор, сообщил мне вот буквально недавно о том, что да, мы будем добиваться, чтобы все люди, знаете, что ни один не уйдет от ответственности. Очень хорошо, ни один не уйдет. Но кто этот ни один? Запятая, и написано: все, кто совершили преступление, участвуя в массовых митингах, но не только участвуя в массовых мероприятиях, а блогеры, кто-то в интернете, преступления. То есть заточенность только на то, чтобы найти и привлечь лиц, которые нарушили или не нарушили закон, участвуя в массовых мероприятиях или выражали свое недовольство. А в отношении лиц, которые вот такие страшные, садистские, люди кричали фашистские действия, и я соглашусь, вот, совершили в отношении тысячи и даже более, наверное, людей, потерпевших, которые, участников митингов, которые оказались на Окрестино, и которым уже нельзя было ничего применять. Задержали? Очень хорошо. Задерживайте, применяйте дальше либо административную ответственность, либо уголовную, разбирайтесь. А зачем же вы людей бьете? Зачем же вы людей заставляете кричать «я не из головы», кричать «я люблю ОМОН», «я люблю президента», петь гимны? Явные пытки. То есть вот этих людей почему-то, вы правы, никаких дел, даже по делам самым тяжелым, самым страшным случаям убийства, тяжких телесных повреждений, реакции нет. Чим довше Олександр Лукашенко застається при владі, тим більш розбурення він після себе покине. Ось як ми бачимо, правова система країни вже просто узорвалася. Я Світлана Калінкіна, розмовляли ми з Тамарою Сидоренко, і заставайтеся з Белсатом.